Renault Grand Scenic 4. Тема скрип подвески. У многих скрип слышен, когда приезжаете лежачие полицейские. Всему виной вот этот отбойник. Он когда ходит по штоку стойки, он создает как раз мерзкий скрип. Его нужно смазать. Сначала надо брызгануть силиконом, либо какой-нибудь смазкой этот шток. И потом спускать этот отбойник вниз. Но у кого на отбойнике стоит вот это кольцо, либо втулка, не знаю, как она называется, она у меня сломалась при сильном ударе. Вот у кого она стоит, то этот отбойник будет спускать очень и очень тяжело. Для этого нужно смазать, прыскануть смазку и путем подкручивания его спускать уже вниз. Вот таким способом. Там у меня этого кольца нет, поэтому отбойник спускается легко. После, как вы смазали и спустили вниз, не жалей смазки заливать вовнутрь. Много-много заливайте. Потом его также туда-сюда подвигайте, чтобы она смазалась внутри. Еще раз потом можете сюда залить смазку. И в принципе все. Я залил вот такую смазку. Многоцелевая. Купил я ее в магазине Светофор. Стоит она 130 рублей. Забрызгал я месяца полтора тому назад. Скрипа пока нет. На носу зима. Проеду зиму, посмотрю, на сколько хватит. И в комментарии к видео напишу, насколько хватило эта смазка. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем добра.